Здравствуйте, уважаемые зрители портала armtorg.ru. Сейчас мы находимся на сборочном производстве московского подразделения компании «Феста», о котором более подробно сейчас расскажет Алексей Владимирович. Добрый день, мы с вами находимся на сборочном производстве. Здесь мы собираем пневматические поеводы и запорную арматуру проходного сечения до 500 мм вместе с поеводами. Это касается и поворотных заслонок, и шаровых планов, и других типов запорной арматуры. Здесь у нас представлены специализированные рабочие места, а также стенды для выходного контроля арматуры, ну и, естественно, уже финальная упаковка и подготовка изделий к транспортировке. А позади меня можно увидеть собранные системы, которые используются для металлургической промышленности, для производства меди, также сделанные из нержавеющей стали с химически стойкими поворотными затворами. Да, мы с вами находимся на участке сборки запорной арматуры. В данном случае вы видите сборку поворотных заслонок с пневматическим поеводом. А здесь осуществляется установка пневматических поеводов и управляющих элементов, а также настройка уже собранных систем. На данном стенде мы проводим выходной контроль собранной арматуры. Все 100% изделий у нас проходят его, и он позволяет проверять герметичность поворотных затворов шаровых кранов с проходным сечением до 500 мм, а также момент, развиваемый пневматическим поеводом, и обеспечение полного закрывания и открывания арматуры под перепадом. Итак, в данном случае происходит испытание поворотной заслонки с помощью воздуха. Она зажата гидравлической системой. В нее подано рабочее давление воздуха 5 атмосфер. И мы можем визуально контролировать отсутствие пузырьковых утечек, которые свидетельствуют о том, что поворотная заслонка полностью герметична. Также эта установка позволяет испытывать водой рабочим давлением до 40 атмосфер. Итак, мы с вами находимся на участке сборки пневматических систем управления и шкафов управления. Перед вами типичный шкаф для управления запорной арматурой. Внутри этого шкафа вы видите блок пневматических распределителей. Позже мы с вами увидим технологии сборки и контроля этих блоков управления и систему подготовки воздуха, которая используется для управления таким шкафом. На этом участке мы собираем шкафы для управления запорной арматурой и также собираем сложные системы запорно-регулирующей аппаратуры. Так, мы с вами находимся на участке лазерной маркировки. А с помощью оборудования, выполненного на компонентах Феста, мы можем маркировать маркировочные таблички из алюминия или из нержавеющей стали. Также это оборудование позволяет нам наносить маркировку непосредственно на пневматический поевод, обеспечивая очень четкую идентификацию и защищенную от воздействия внешней среды, от воздействия коррозии маркировку, которая сохраняется на весь срок эксплуатации наших изделий. Мы с вами находимся на участке сборки пневматических блоков управления, по-иному называемых пневмо-острова. Здесь по заказу наших клиентов мы изготавливаем пневматические блоки управления нужной конфигурации. А после сборки идет 100% выходной контроль с использованием специализированного оборудования. И по его завершению печатается протокол выходного контроля. Он загружается в интернет, где наш заказчик по индивидуальному коду на каждом блоке может увидеть, когда он был произведен, где, как он прошел выходной контроль и какие запасные части могут быть к этому изделию им использованы. Мы находимся в инженерном департаменте нашей компании, работает здесь более 30 специалистов. Занимаемся мы здесь подбором арматуры, комплектацией, подбором пневматических поеводов, изготовлением, разработкой систем управления, шкафов управления и уже разработкой комплексных проектов с запорно-регулирующей аппаратурой. Мы с вами находимся в учебном классе, где на реальных моделях наши клиенты могут изучать принципы работы пневматических и гидравлических систем. В частности, вы видите на картинке реальную модель работающего гидравлического мотора.